Я знаю, что мне повезет. Именно так называется наша ежедневная вот эта замечательная рубрика «Маленькая программа». На календаре у нас 4 апреля, Всемирный день интернета. Что бы мы без этого нашего замечательного родимого интернета делали бы? Ну, даже, наверное, и конкурсы наши, розыгрыши не проводили бы. Друзья, если вы еще не вступили в нашу группу телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте, сейчас видите вы адрес на экране, прям бегом туда заходите и будете счастливы, потому что именно наши подписчики самыми первыми узнают не только последние новости города, но и то, что у нас проходят удивительные розыгрыши каждый будний день в 20:55. Вот и накануне объявили мы о том, что у нас есть замечательные пригласительные билеты на спектакль в театр «Самарская площадь». Играем Биструпа, это 7 апреля. И билетики в киновертикаль, в кино на двоих, естественно. Так что у нас битва разыгралась нешуточная. Ну и напросился к нам в эфир, как, впрочем, и многие наши зрители, которые здесь оказывались накануне, Даниил Юрьевич Бражников. Даниил, здравствуй. Здравствуйте. Ну, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем занимаешься, увлекаешься, учишься, чем дышишь, чем живешь. Я учусь в 10 классе, школа номер 156, активно занимаюсь общественной деятельностью. Я член молодой гвардии «Единой России» и недавно стал волонтером городским чемпионата мира по футболу. Мне это очень нравится, и в дальнейшем планирую свою жизнь связать с общественным. А спортом каким-то занимаешься? Я раньше занимался года два назад спортивным ориентированием и второй юношеский разряд. То есть в этом тебе повезло? Да. А еще в чем везет тебе? В учебе? Везет мне постоянно в учебе, но все-таки считаю, что нужно больше уповать на себя. Хотя без удачи ничего бы у меня не получилось. Ну, собственно, замечательная фраза. Даниил, я тебе советую сейчас мешать наш мешочек замечательный. Чтобы честно, потому что каждый-то заглядывает в него и думает, а нет ли там второго дна, я не знаю, каких-то дополнительных ботенков. Нет, ничего. И вот я держу контрамарку, друзья, если вы забыли это слово и давно не были в театре. Вот она, театр «Самарская площадь». Игра. Играем Биструпа. Кто же у нас отправляется? Замечательный наш зритель, который не поленился, сделал все верно, репост сделал, номер оставил. И это у нас номер... 37. Номер 37. Мы вас поздравляем. Вот так вот с легкой руки Даниила вы отправляетесь на спектакль. Такой замечательный. И вот билетики в кино. Давай еще один номерок. Еще больше интенсивно мешать, чтобы, что говорится, кручу-верчу, да. Запутать хочу. Ну так. Что же ты вытащишь на этот раз? Номер 10. Номер 10. Вот все так очень просто. Номер 10 и 37 выигрышные номера. Вот хочется у тебя спросить, сам-то ты когда-нибудь что-нибудь выигрывал? Да, выигрывал. Постоянно в лотереях участвую, но особенно даже на телеканале «Самара ГИС», потому что очень часто выигрывал билеты в кино, в театр. Вот, просвещаешься. За это спасибо, да. Будешь приветы кому-нибудь передавать? Да, я хочу передать приветы всем своим родным, близким, ну, в особенности 10-му Б-классу школы номер 156 и всему составу городского школьного парламента города Самара. Ура! Спасибо большое, что пришел. Вам, друзья, непременно повезет. Главное не сидеть на месте, а действовать, двигаться, развиваться. В общем, как-то приобщаться к прекрасному. Спасибо, что были с нами. До встречи.